Итак, снова привет любителям видеоигр, отрубил, и мы продолжаем проходить Battlefield 4. Да, я рад вас видеть снова на своем канале. Думаю, вам нравятся мои видео. Хотя я не знаю, ну, я думаю, что нравится. Если что, Информация, пишите которую вы что-то в добыли на Титане, комментариях, подтверждает, что какие-нибудь Тихоокеанского командования больше нет. недочеты, я не знаю Китайцы там. уничтожили его ракетным В общем, ударом. все пишите в Теперь это территория комментариях. Чат. Все, что вы Если хотите от отмажем меня флоту, что-то увидеть, что осталось, хотите, мои то они теперь ошибки как пишите. котята. Что вам Я нравится? понимаю Пишите, серьезность пожалуйста, ситуации, для меня это но очень-очень тем важно. более нужно быть Ну, в общем, осторожным. сейчас будем Включать ее в сосредоточены на состав игре. отряда. Ирландцу это не понравится. Ирландец Ирландец не видит всю картину в целом. Пока что У нас идет чрезвычайные загрузка. Да, в обстоятельства. прошлой части Она мы с вами отправляется с вами. остановились на Понятно. танках, как мы Ирландец хороший уехали с мужик. вами на Я танки, посмотрю за ним. открыли Я оценю это потом. У вас дорожную явно сопротивление, преграду. хотя Путину Да, предстоит как-то еще так вообще долго. называется. Спасибо, капитан. Нам Точно нужно не помню. что-нибудь знать об атаке на аэродром. Да, приведите рекера. Так, Давай рекер, быстрее, слушайте меня загрузка, внимательно. бля. Наши последние ракеты должны быть О. использованы. Отлично. Так, да, вот именно здесь мы с вами тогда и остановились. Так, там море, туда мы не поедем. Ну вот сюда едем. Вроде правильно. Бах, получи, фашист, гранату. Скотина. Вот, скотина живучая. Жопа тебе. То что ж ты такой? Гляньте, они все живучие и живучие становятся, скоты. Что я даже заехать не могу. О, о. Да где ты? Да, бля. 17 жизней осталось. Ремонтируйте. А, это горка, она мне помешала, понимаете, все из-за горки. Блин, скотина. Не, ну если бы не эта горка, я не смог просто нацелиться, понимаете? Сейчас мы, ладно, объедем их немного. Давайте поедем вот так, с другой стороны зайдем. Да кто там уже стреляет? Все, мне хана. Да, мне хана. Ай-яй-яй! Фух. А, их там два. Я ж не могу на всех сосредоточиться. Блин. Ладно. Быстрее, грузись. Быстрее. Ладно, не будем обходить его. Так, у меня 50. Да, отремонтируйте меня. Давайте-ка, наверное, подождем, пока меня отремонтируют на 100%. Чтобы сейчас я сделаю потише. Вот так. Так, сейчас давайте дождемся 100% жизней. Есть, но я в него тоже попал. Есть. И еще раз попал. Промазал. Ну, это он промазал. Ага, получай, фашист. Есть. А, скотина уезжает. Есть, ага. Получай. Это он? Нет. Так, где-то тут будет танк, я помню. Где же он? Меня это настораживало. О, нету танка. А, не, есть. Уничтожил. Ну, точнее, попал. Попал. Ай-яй-яй. Да как так? Это... Я же вот... Бля! Надо было все-таки дождаться, пока отремонтируется. Тупость, бля. Танки эти. Да как так-то? Бля, ну только уничтожил всех. Обидно. Ладно, восстанавливайся. Бля, только время тратим. Да кто там уже стреляет? О. А я попал. А ты не попал, нубяра.
Получай. Еще один выстрел. Вот так. Теперь восстанавливаем здоровьечко. Давай, быстрее. Быстрее. Так, вот тут сейчас выйдет танк. Осторожно. Вот он. Попал. А! Он какой-то мощный, бля. Так, чё ты такой? Чё он не едет? Почему он не ехал, бля? Да ну, я так не буду играть. Он, я в него попал. Он в меня один раз попал, и я уже труп. Наду так неинтересно. Блин. Мне легче в него С4 заложить. Не издевайтесь надо мной. Ладно. В общем, тут, я думаю, ничего интересного нету. Я поставлю на паузу, их убью и продолжу. Так, ну и вот, остался последний выстрел. Нет, не последний. Но я его все равно уничтожу. О, так. И еще один. Так, нет, мы валим. Мы валим, скорее всего, да. Нафиг вы мне нужны. Три танка, я на вас это, ну вы поняли. В общем. Куда теперь? Бронетехника противника на площади. Да я вижу, бля. Давай, заезжаем. Скотина. Давай, в упор. Да я ж попал такие. Скотина. О! А ты меня не убьешь, хотя это РПГшник. Ну, пулеметчик, работай, блин. Ага. Так, заезжаем. Меня бесит, что пулеметчик не работает. Фух, ну тут придется выйти. Двоих хедом сразу вынес. Ха-ха. Мощно. Не, этого не хеда. Ну ладно. Быстрей. Куда? А, вот. Оттуда сверху обзор может быть лучше. Ой-ой-ой! Ага. Херошки вам. Бля. Выламывайте двери. Или куда нам? А, вот, да. Нет, тут разбито. Пофиг. Так, куда нам? Куда? Продрог до костей. Мост вон там. Нас осталось всего четверо. Нужно идти дальше. Там все как на ладони. Там никому не спрятаться. Нам нужен план получше. Тучи расходятся. Шторм стихает. Нам нужно спешить. Не нравится мне такая херня, вы спятили. Мы вчетвером против целой армии. Мы подробно обсуждали это задание с Гаррисоном. Он прекрасно знал о риске. Нет, это вы обсуждали. Обсуждали быстрее. В чем проблема? Не нравится, что у вас в отряде женщины? Женщины для меня не проблема, а вот лжецов не переношу. Пойдемте. Нам нужно выполнить задание. Подумайте о людях, оставшихся на Валькирии. Пойдемте, блин, быстрее. Быстрее. Как их поторопить? Стрельнуть в ногу? Не, ирландец вроде хороший. Мужик. Вот бабе стрельнуть в ногу. Отвечаю тебе, я тебе сейчас в ногу стрельну. Помоги мне, Рекер. Я ей не доверяю. Она что-то скрывает. Присматривайся. Идемте дальше, только быстрее. Вышла Call of Duty Chost на ПК, на Xbox и на PS4. Так вот, я уже поставил скачивать эту игру. Весит она 34 гигабайта, это установочный файл. При распакованной игре она весит 50 гигабайт. Всего лишь. Именно дофига она весит. Я не знаю, что это. Но весит она очень много. Так, давайте возьмем винтовку. СВД. Не, вот это мне нравится. Дофига, в общем-то, она весит. Я не знаю, как так. Я даже не знаю, буду ли я ее 100% прохождение делать, но думаю, поиграть я в нее. Под записи я в нее поиграю, да. Может, пару частей сниму.
скорее всего, прохождение все-таки буду делать. И еще, 21 ноября выходит Need for Speed Revolves. Новый, абсолютно новинка выходит. И давайте кинем гранату. Да, вот выходит, я думаю, ее я проходить 100% то не буду. Потому что она как бы на прохождение не очень интересная. Я просто как бы... Блин, сейчас не могу говорить. Да, я просто... То колесо. Я просто сниму обзорчик, может, пару частей, там, геймплея, такое. Вот мои планы на будущее. Вот я вам немного рассказал о своих планах о будущем. Вот так. То есть, вот завтра я уже сниму полностью... Ой, извиняюсь. Battlefield 4 уже полностью сниму. Потом установлю Call of Duty Chost. Думаю, пройду ее, да. Именно пройду ее, думаю. Ну, потом Revolve сниму, а потом, 25-го, выходит Assassin's Creed Black Flag на ПК. А, это замечательно. И вот мои планы. Assassin's, я думаю, я сниму полностью. Ого, с первого выстрела. Ладно, назад к машине. Бак разбей окно. Кана, проверь ручной тормоз. На счет три. Раз, два, три. И получается. Мощно. Надо уходить с этого места. Тут слишком опасно. Мы тебя не оставим. Никто никого не оставит. Толкаем. Ирландец благородный мужик, он мне нравится. Хоть и нигер, но мужик классный. Ой-ой-ой! Чертовски большой корабль! Ага, жопа! Ой-ой-ой-ой-ой! Жесть! Вот это жесть! Она это четко отвечает. О, да. Ладно. Все равно красиво, да. Продумано все, жесть. Уф, классно, офигенно. Да, конечно, Battlefield 4 по сравнению с Battlefield 3. Офигенная игра. BF3 мне что-то не очень прохождение понравилось, не знаю. Какая-то она такая ледяная, знаете, ну, холодная, однотонная, так сказать. А вот это вот именно игра. Так, у меня есть винтовка. Да блин, вы что, его убить не можете? А я убил! Ну, отлично. Патроны. Хотя у меня много патронов. Ну ладно, гранаты пополнили. О, тут тепло, я думаю, да. Сегодня надо доснимать это задание. Да. Доснимать. Может, чуть... Хотя, я думаю, я... В общем, да, доснимаем сегодня это задание. Хоть еще и много осталось, но все же доснимаем. Не будем бросать на самом конце. Нет, туда нельзя, я хотел туда пойти, идти нам один. Надо выбраться наверх и подтвердить координаты. Не-не-не. Тебя-то кто спрашивает? Я хочу услышать это от человека. Дым красивый очень. Ага. Подтвердим координаты, пульнем из ракетницы. Вы побежали? И то медленно, блин. Парни, а вы давно вместе работаете? Тут старый знакомый. Ирландец, трекер. Там тоже. Он был командиром раньше. И чё? Да хватит базарить, давайте ближе к делу. А, вот лестница. Я не знала. Ну да. Это я тупанул, извиняюсь. Примите мои извинения. А вы лезете или нет? Офигеть. Чем-то мне этот Blacklist напоминает. Ну, вы поняли, что за Blacklist, он есть на моем канале, Sprinter Cell. О, нет, вот они лезут. Так,
Вот этого только не надо. Оружие у меня есть. Хотя вот тут что-то есть интересное. Да. Давайте-ка возьмем. О! Это что? Ох! Это у нас гранатометик. Отлично. Ой-ой. Наземная команда, несколько стрелков. Ладно, огонь пока открывать не будем. Хотя давайте этого ножичком, да, вольнем? Ну да, я думаю, этого можно ножичком. Так, вот тут обойдем. Не получилось. Да убивайся. Он как-то вселился туда. Нет, нет! Блин. Да вы видели, я его ножом бил, он не убился. Как-то вселился туда. Аж самому смешно. Так, ладно, все равно заметят. Да, блядь. Убивайся ты. Скотина, убивайся, вот так. Ха-ха-ха. Ай-яй-яй. Эй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. Убивайте его. Фух, молодцы. Ребята! Не пугайте ж вы так. Веду огонь на подавление. Да что-то незаметно, что кто-то тут ведет огонь, кроме меня. Блин. Отвечаю, вообще незаметно. Фух, так, восстанавливайтесь жизни, все, 100%. Заходим. 17 жизней осталось. Да сдохни ты уже. Все, никого нету. Отвечают незаметно, как вы ведете огонь. Я не знаю, кто вас учил стрелять, но я лучше стреляю. Хотя да, это в принципе компьютер. От них многого ожидать нельзя. Все равно как-то да, можно было как-то их сделать поумнее. Сейчас мне. О, патроны. Где ты? Там были патроны. Ладно, еще два магазина есть. Думаю, выдержим. О-ха-ха. Так, мы так гранатометом не использовали, потому что ну, там было их очень мало. Это в толпучку надо стрелять. Конечно, не стрелять, не. Тут я стрелять не буду. А что делать? По-моему, по-другому никак. Допустим, вот этого я с ножичка смогу убить. Хотя их там двое. Да-да-да, их тут двое. Так, ребята. Ну что, тут только стрелять, да? Да, тут только стрелять. Да, забегим наверх. Отсюда и цели лучше видно. Отойди от двигателя! Ух, трусит. Ага, не пробивает эту фигню. Печаль. Давай, взрывайся уже.
Да нифига себе, ну ладно. Вот так. Ирландец тут. Ну ладно, побежим сюда. Не самая выгодная там позиция. Прострел. Тут есть прострел. Вот это я люблю. Отлично. Кто там еще? Отлично. Все. С виду вас казалось больше. А нет, вот он. Текаем в укрытие. То мощный тип. Все. Одного выстрела не хватило. Все. Фу. Так. Еще много их. Так, подождите, нет, тут уже встроенный прицел, тут ближе никак не будет. Понимаете, им толком назначать цель нету. Все равно они ее убивать будут долго. Ага! Гляньте, да, живучие? Ага, не достреливает. Галима. Ну ладно. Да, это мощно. Да чё ж ты тут сел? Ребята! У меня кончаются патроны. И меня сейчас должны убить. А! Убили. Надеюсь, не все заново. Ну, хоть бы не все заново было. Блин! Ну как так? Ну почему вы такие тупые? Почему все заново? Да блин, ну ребята, так нечестно. Я думал, я в этой доснимаю. Нет, они, им надо все заново сделать. Все, этих сразу убили. Скотина. Нужно им все заново, да, сделать? Скоты. Вась. Так, ладно, назначим им цели. Думаю, они тут что-то сделают. Сейчас мы посмотрим, как ты сделаешь. Нет, туда лучше кинуть гранату. Вот так посыпем. Ловите. Чисто символически. Нет, не попал. Так попаду. Да, троих. Я убил троих, я убил троих. Я убил одного в голову, я убил. Так, берегем патроны. Да ладно, если что, пушку поменяем. Я убил по... Короче, а, это миссия Сингапур. О, вот так эту часть и назовем. Миссия Сингапур. Кто, кто, кто тут? Кто? Так, теперь работаем тихо. Нет, нет, нет.
Тут самое безопасное. Потихоньку их вольнем сейчас. Есть. Yes. Успел. Есть. Аллилуйя. Тихо. Спокойно, меня сейчас не должны убить. Есть. Так, меня чуть не взорвали. Так, кто тут еще? Кто-то тут есть еще. Такой где-то, знаете, далеко. Ага, вон он. Yes. Это чё? Ага. Фу. Я его убил. Вон они. Ага. Да блин, цель трясется как-то. Тупо. Поняла. Открываю огонь. Давайте их обойдем немного. Двоих. Ага. Получи. Так, вон там это еще. Этого мы сейчас с винтовки убьем. Yes! Прям в голову. Так, их еще четверо. Так, теперь вот этого. Отлично. Видали, как гранатомет помогает? И теперь... В голову! В голову, в голову! Чистый выстрел в голову. Что, сработали чисто? Ну, не с первого раза. Я просто побежал резко. О, я за пулеметом. Офигеть. А это просто... А, чё я? Поехали, поехали, поехали! Да. Диверсию хочешь устроить? Еще раз! Давай же, давай! Ты что, сука, творишь? А вот они! Поехали, поехали! Едем! Приготовься, Рейсер! Видали, можно... Ага, оно перегревается. Вот так. Да кто взлетает? Куда мы едем? Влево, влево. Это так должно быть по сюжету, да? Офигеть. Офигеть. Это по сюжету должно быть, или я проиграл? Хоть бы по сюжету. Да, это по сюжету. Очнись. Очнись, черт возьми. Пак! Не смей. Ну же, черт побери. А, на паузу поставил случайно. Какого хера? Ах, ты ж ёб... Она... Она предательница? Берем этого. Ты чё? Извини, Рекки. По-другому нельзя было. Ты пред... Она предательница. Ну да ладно, серию мы эту прошли. Точнее, не серию, блин. Задание мы это прошли, вот. Да. В общем, ладно. Встретимся в следующей серии. А встретимся мы с вами завтра. Всем спасибо, в общем. Ставьте палец вверх. Подписывайтесь. Всем спасибо, до новых встреч.